Итак, вот я в очередной раз рипнулся. Очень на самом деле обидно рипнулся. Ну, то есть я играю на ХК, Дельве, а это вот стандарт, вот только что буквально 5 минут назад рипнулся. Очень обидно. В 10 акте почти прошел сюжетку. 3200 хп, 76% резистов к огню, просто ваншотнула коробка с этим, с подрывом трупов. Заморозка и подрыв трупов. А у меня колба на антифриз на пятерке стоит. А пятерку, ну, очень далеко, то есть сложно ее прожать. Я прожимал другие колбы в тот момент. То есть какова вероятность вообще, что прокнет и заморозка, и подрыв трупов одновременно? Ну и не в это произошло. Вот был у меня варчив с Invicta Metal. Вообще, по-моему, это имба, то есть у меня под бафами где-то под 30к урона было, то есть с рампагой, с проком вот этих варчифовских ачивок, пассивок. Где-то до 29к доходило, ну вот в городе 10к с половиной. Плюс у меня вестник пламени стоит, ну вот да, где-то 20к. Это еще в 8 акте, наверное, было. А так, ну вот где-то вот до 30к доходил урон. Сейчас хочу просто вкратце показать. Вот рампага с тотемами работает. Еще и заряды ярости дает. Ох, вот. Найс. Правда, мне на стандарте не нужно это было. Вот, рампага, она увеличивает урон или нет? Она мувспид увеличивает, урон и мувспид. Ну и плюс, не считая вот этих эффектов, которые дают взрывчики и так далее. Подрыв трупов там, и так далее. То есть тоже с тотемами работает, как на мой взгляд. Вал варчив. Интересно, типа мобы прыгают. Прикольно выглядит, кстати. Ну, то есть отлично. Прям вот подрыв трупов встроенный. Ну, то есть мне реально нравилось с тем играть. Но опять же, чем больше плотность мобов, тем больше рампага настакивается эффективно. Дельве это хорошо работает. 328, а ну. Отлично. Очень обидный рип. То есть я вообще не рассчитывал так быстро рипнуться. Светила рампага. Очень обидно на самом деле. Очень обидно, то есть я даже не знаю, как играть дальше. Я обычно не играю, я что-то рипнулся. Поэтому я даже не знаю, как дальше играть. На самом деле. Очень обидный рип. А, плюс у меня еще есть пламя, я забыл. Вот. Очень обидно, на самом деле. Не думал, что так быстро умру. Вообще билд очень крутой, то есть у него на картах еще быстрее рампага. Очень большое будущее мне кажется было у персонажа. Это еще 4 линков, даже не 5 линков. Вот и я успел пройти 2 лабы, собирался идти в третью. Взял пассивки на Warcry, новые. Точные удары, разумеется. У гладиатора вот. Взял арту за гладиатор, это вообще имба, как мне кажется. Wrecking Ball взял. Вот тут хпшку все взял. Words of Glory, вот это новая пассивка как раз. Конечно, очень обидно было. Я даже не знаю, насколько должен быть живучий персонаж, чтобы его не ваншотнули. Наверное, вообще в этой игре нет такой живучести. То есть любого персонажа, в принципе, ваншотнуть может. Обидно, конечно. 3300 хп почти. Очень обидно. Очень обидный ваншот был. Чисто в
Дельве от коробки. Там заморозка плюс подрыв трупов. Очень обидно было. Я на самом деле не знаю, почему не используют вот этот топор в широком применении, потому что мне кажется, что он балансный, вообще очень сильный. Синвиктос Метал. То есть не только с Варчифом, но не знаю, там... С каким-нибудь вихрем, хотя вихрем не играют, как я понимаю. Он риповый достаточно. Так, на самом деле, большое будущее, вот как я показал, ну... Теперь мне это уже ничего не нужно. Можно спокойно уничтожать айтем. Потому что я этого персонажа удалю, я не собираюсь на стандарте играть. Так, конечно, обидно. Ну ладно.